До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» рассказывает о героях-земляках. Талантливый руководитель, отважный моряк, орденоносец и любимец детворы. Таким запомнили Михаила Рокина жители Харивера. Он родился 21 декабря 1921 года, в самый короткий день в году, в приразломных просторах большеземельской тундры. Его отец – богатый оленевод, колвинский ненец. Кроме большого стада рыжопегих, имел семью в дюжину детей. Поэтому, когда появилась возможность отправить 10-летнего Михаила в хасидахарскую школу, не раздумывая, сказал – пусть едет. По окончании семилетки за хорошую учебу в 1938 году он был отправлен в Ленинградский педагогический техникум при Институте народов Севера. О сложной и интересной судьбе бравого моряка расскажет Любовь Пермякова. В сентябре 1940-го Михаила Рокина призвали в рабоче-крестьянский Красный флот. В июне 41-го грянула война. И вместо торпедного катера Рокин оказался на фронте с винтовкой Мосина. В сентябре 41-го в составе 5-й бригады морской пехоты Михаил сражался на Оренбаумском плацдарме. В конце года получил легкое ранение. После излечения в госпитале его направили на курсы подготовки офицеров. В августе 1942 года он получил назначение на должность помощника бронированного морского охотника БМО 505. Строительство этих небольших 61-тонных кораблей наладили в блокадном Ленинграде на Адмиралтейском заводе. За упрощенные прямолинейные обводы корпуса, сваренного из бронированных листов для легких танков, угловатые кораблики прозвали «утюжками». Два ленд-лизовских «Паккарда» общей мощностью 2400 лошадей обеспечивали бронированному морскому охотнику вполне приличную скорость в 22 узла, около 40 км в час. Младший лейтенант Рокин отвоевал на БМО 505 две морские компании. Они бесстрашно выходили в штормовую Балтику. Днем подвига для Михаила Ефремовича и его товарищей стала дата 14 февраля 1944 года. Один раз ситуация была такая, они высаживали десант, вот как раз шло наступление войск Ленинградского фронта, это был февраль 1944 года. На своем бронекатере они высадили десант, стали отходить, увидели второй бронекатер, который был подбит, сняли с него десантиков, пошли снова, высадили их. И вот тут попали под огонь из артиллерии, снаряд попал в рубку, командир бронекатера был убит, а вот Рокин остался жив, тяжело раненый, но однако он принял командование своим этим маленьким кораблем, вывел его из-под огня, спас своих моряков. За проявленное мужество Михаил Ефремович получил орден Красной Звезды. В 1947 году герой вернулся на родину. Видишь, что за ним ходили грубые мальчишки. Насколько он был красивый, он был в морской форме. Черный китель с орденами, кортик, золотые погоны, фуражка с крабом. И ходили за ним толпой дети, потому что вот как бы такое удивительное зрелище было. Да, вернулся. Потому что повторяю, что у нас все служили вроде как в армии, в пехоте, где-то в стрелковых войсках, а вот тут появился моряк, первый тундровый моряк. Несколько лет Рокин трудился на партийно-хозяйственной работе, но бумажная волокита была не его стихией. В феврале 1955 года его избрали председателем колхоза «Путь Ильича». За годы его руководства колхоз стал миллионером. В поселке Харивер появилась баня, школа, детский сад, амбулатория. Бывший балтийский моряк умер на переломе эпох в июне 1990 года. В Харивере его именем названа улица. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».